Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. И сегодня у меня видео, вернее, о том, как я буду готовить куриные крылышки, замаринованные в маринаде, и буду делать картошечку фри. Вот здесь где-то около килограмма крылышек, наверное, около килограмма картофеля. Но лук, скорее всего, мне еще и не понадобится. Что я сделала? У меня сегодня готовый маринад. Костровок, жарим мясо вот как раз для курочки с чесноком и с травами. Вот его буду применять. Он рассчитан на 3 килограмма мяса. Ну, 1/3 я как раз добавила, перемешала, и полчаса пусть настаивается, а мы тем временем займемся чисткой картошки. Картошку я почистила, помыла ее, теперь ее надо выложить на полотенце, или тканевое, или бумажное, я предпочитаю бумажное, и немножечко как бы просто, чтобы вода с нее стекла, вот, обсушить. Так, картошку крошим длинными брусочками, обычно на картошку фри я выбираю такой подлиннее, все любят длинные палочки, вот. И вы знаете, кто-то говорит, там надо специальный какой-то картофель, надо как-то там его там сильно подсушивать или что-то делать. Но я заметила, у нас получается картофель, вот, который я делаю сейчас, во-первых, просто быстро, во-вторых, в 3 раза дешевле, допустим, чем в KFC. И по вкусу еще в 10 раз превосходит ихний картофель. Надеюсь, они мне это простят. Вот. Вот так весь перерезаю картофель. Прошло полчаса, как маринуется наша курочка. Она уже достаточно промариновалась. Соли здесь достаточно, я ничего не добавляла, специи все есть. Теперь я ее отправляю во фритюрницу жарить. Друзья мои, пока жарится курочка и дожидает своей очереди картофель, я предлагаю сделать соус, чтобы макать крылышками и картошечкой. Для этого нам понадобится немного кинзы, немного укропа, немного зеленого лука, чесночок и, собственно, кетчуп. Я обычно использую кетчуп Хайнц. Посмотрите, как аппетитно выглядит зелень. Сейчас выдавливаем 3 зубочка. Вот 3 зубочка чеснока. Люблю, кстати, выдавленный. Почему выдавленный? Потому что, ну, он как бы сок отдает сразу. Резаным как-то медленнее. Вот так. И теперь выдавливаем кетчуп Хайнц. Так. И что я еще люблю? Я люблю добавить сюда 1 ложку майонеза. Так, выдавливаем ложку майонеза. Так, все. И перемешиваем. Кетчупа маловато. Выдавим весь оставшийся. Обычно с такими крылышками и с картошечкой фри уходит весь соус. Зелени просто много. Ну ладно, использовали всю зелень. Вот так. Зелень можно использовать любую, какая у вас есть на данный момент. Можно
кетчуп использовать тоже любой, и майонез тоже любой. Это все по желанию. Как вы любите, так и готовите. Кроме того, курочке мы подадим еще вот такую нарезку. Один огурчик, один помидорчик и листья салата. Все это можно сбрызнуть маслом и немножко лимонным соком. Друзья мои, смотрите, как аппетитно выглядит курочка. Картошечка фри, просто прелесть. Нарезочка, салатик и соус. Вот такой вот быстрый ужин получается за 40-50 минут. И вкусно, и аппетитно, и быстро, самое главное, и легко. Ну, на этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч. Пока-пока.